Здравствуйте, в эфире телекомпания «Одинцово», программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В апреле в нашем муниципалитете стартовал дорожный ремонт. Планировалось, что в порядок будут приведены 56 участков дорог. Сколько из них уже отремонтированы и какие планы у дорожников на следующий год? Об этом мы сегодня поговорим с Сергеем Вячеславовичем Батушенко, директором управления дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского района. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Евгения. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Сергей Вячеславович, я думаю, что нужно такой экскурс в историю сделать. Давайте напомним телезрителям, сколько дорог планировалось отремонтировать, где они находятся и, может быть, сроки, в которые планировалось этот ремонт осуществить. Да, планировалось отремонтировать, как вы правильно сказали, 56 участков. Это 207 тысяч квадратных метров автомобильных дорог общей протяженностью свыше 25 километров. Ну, расположены они по существу по всей территории Одинцовского района. Многие из них, ну, наверное, основные, будем так говорить, площади сосредоточены в городском поселении Одинцово. На сегодняшний день мы отремонтировали уже 42 участка из этих 56, примерно 144 тысячи квадратных метров. Значит, нам вот эта оставшаяся часть, 60-70 тысяч квадратных метров, основной объем – это второй участок Можайского шоссе, который еще у нас стоит не отремонтированный, ремонт которого по существу начнется уже на этой неделе и закончится до 1 сентября этого года, так как и поручал губернатор Московской области Андрей Воробьев. То есть все сейчас идет по плану? Да, у нас перед нами стоит самая главная задача, те объемы ремонта, которые нами были запланированы, реализовать их до 1 сентября текущего года. А вот те участки дорог, которые уже отремонтированы, они уже приняты, по ним уже можно спокойно ездить, можно быть уверенным, что все выполнено качественно. Да, конечно. Ну, надо сказать, что не по всем еще участкам работы принят, потому что этот процесс связан не только с физическим выполнением работ, но и с оформлением большого количества документации исполнительной, проверками и так далее. Но, тем не менее, конечно, по ним можно ездить, не опасаясь своей жизни и здоровья. Разумеется, что так как эти дороги выглядели до ремонта, это, наверное, по ним было ездить менее комфортно, чем сейчас после ремонта. Сегодня мы говорим о ремонте дорог в Одинцовском районе. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Я работаю в городе Одинцово, живу в городе Краснознаменске. И мне часто приходится ездить по Акуловской улице. Это дорога между Можайским и Минским шоссе. Она не в очень хорошем состоянии, и вот хотелось бы узнать, планируется ремонт данной дороги? А как вас зовут? Меня зовут Мария. Мария, очень приятно, спасибо за вопрос, Сергей Вячеславович. Угу. Будет ли ремонт Акуловской улицы? Ну, надо сказать, что изначально, когда планировались работы по ремонту в этом году, в начале года, этой дороги у нас не было в планах в связи с тем, что, значит, недостаточно средств было в бюджете. Но вместе с тем, после обращения главы района к губернатору Московской области, была выделена дополнительная субсидия, дополнительное финансирование. И в настоящее время, да, действительно, эта дорога, но она по титулу называется немножко по-другому, М1 Полевая, Можайское шоссе, да, она стоит в плане ремонта, и мы в этом году ее будем ремонтировать. Это так называемая вторая волна. Значит, в настоящее время проводятся конкурентные процедуры. Московской областью выделены соответствующие денежные средства, субсидия приличная очень, в соотношении 95% платит местный бюджет, 5% местный бюджет, 95% Московской области. Да, эта улица будет отремонтирована в этом году. Вот мы сейчас как раз поговорим об этой второй волне ремонта. Но у нас есть звонок 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Очень приятно. У меня вопрос касаемый новой треугорки. У нас в районе в прошлом году была отремонтирована Кутузовская улица. И мы, жители района, очень как бы рады этому и благодарны, но все-таки хотелось бы продолжения. Скажите, пожалуйста, вот улица Чистяковой, которая находится буквально рядышком, какова ее судьба? Планируется она в ремонт?
Вот интересный вопрос поступил от Ольги. Вроде бы с нее и начался ремонт дорог в этом году. Ну, на самом деле в этом году не ремонт дорог, а ямочный ремонт начался с этой улицы. И действительно, он там был осуществлен. Ну, у нее судьба, собственно, ровно такая же, как и улица, о которой мы только что говорили. То же самое, это будет вторая волна. И у нас запланирован ремонт этой улицы в этом году. Поэтому я думаю, что как раз, так сказать, это будет логическое завершение, потому что действительно в прошлом году было отремонтировано, кстати, тоже с использованием субсидий Московской области, Кутузовская улица. А сейчас будет отремонтирована Чистякова, и это, по сути, единая транспортная артерия, по которой, так сказать, в том числе и значит, маршрутные транспортные средства ходят. То есть там будет также ямочный ремонт произведен? Нет, я сейчас говорю именно о ремонте полноценном, тот, который, так сказать, был проведен на Кутузовской улице. То есть будет произведена замена верхнего слоя покрытия в полном объеме. А каким образом определяется, где нужно произвести ямочный ремонт, а где нужно полностью покрытие дорожное поменять? Дело в том, что все зависит от износа, значит, дорожного покрытия. Если это единичное повреждение, которое, так сказать, ликвидируется с помощью так называемого ямочного ремонта, то, так сказать, эта улица еще может, это покрытие может послужить еще какое-то время. Если же разрушения, так сказать, превышают, так сказать, нормальные, будем так говорить, объемы, и ямочный ремонт уже, так сказать, нецелесообразно делать, потому что бывает так, что, значит, делается карта, значит, яма ликвидируется, а дорожное покрытие существующее разрушается уже рядом. То есть карта стоит, а рядом разрушается дорожное покрытие. И при наступлении, так сказать, соответствующих условий, тогда уже планируется нормальный ремонт и меняется полностью верхний слой покрытия. А какие дороги попали вот в эту самую вторую волну ремонта? Ну, на самом деле, их в общей сложности 22 участка по району. Значит, в основном объем это сосредоточен в городском поселении Одинцово и городском поселении Голицыно. Есть еще в Никольском, в Кубинке, но вот основное это Голицыно и Одинцово. Так сказать, в Одинцово из таких самых злободневных действительно, наверное, это вот улица Чистяковой, Полевая, вот, ну, не Полевая, Акуловская. А Акуловская, так называемая улица. Как вы знаете, там у нас есть несколько железнодорожных переездов. Значит, и существенные повреждения дорожного покрытия, несмотря на то, что мы там и ямочный ремонт уже неоднократно, естественно, делали, ну, это не спасает. Ну, еще там ряд улиц, всего 22, как я уже сказал, дороги. Значит, мы, естественно, все это опубликуем, потому что, ну, в принципе, план ремонта этого года, который существовал, он опубликован в интернете и в печатных изданиях, и на сайте администрации, на сайте учреждения публиковался, так сказать, и все желающие могли с ним ознакомиться. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Ирина. Ирина, задавайте ваш вопрос Сергею Вячеславовичу. Скажите, пожалуйста, вот улица Внуковская, дом 1, дом 5. Будет ли ремонт дороги? Спасибо большое за вопрос. По улице Внуковской пока у нас не запланирован ремонт в этом году. Значит, а план на следующий год в настоящее время как раз формируется. То есть есть все шансы, что Внуковская улица попадет? Ну, если мы попадет. Сейчас говорим, конечно, про ремонт, имеющий не ямочный, а, так сказать, со сменой полностью верхнего слоя покрытия. Потому что ямочным ремонтом, я так понимаю, что занимаетесь не вы. Ямочным ремонтом занимаемся тоже мы, если мы говорим про дороги общего пользования. А если дворовые территории, то... Ну, дворовые территории, да, это уже вне нашей компетенции, это ЖКХ занимается. Ну, вот. А что касается ямочного ремонта, он просто проводится в рамках содержания автомобильной дороги. И это немножко другие виды работ, и, так сказать, их нельзя смешивать. Ямочный ремонт и ремонт с точки зрения закона — это разные вещи, и по-разному планируется бюджет на эти, так сказать, работы. Сергей Вячеславович, Одинцово в лидерах по ремонту дорог и в первой волне, и во второй волне. Почему так? Потому что больше автомобилей, проходимость дорог выше. Ну, на самом деле, Одинцово само по себе существенную часть занимает среди, так сказать, в принципе, дорог Одинцовского района, во-первых. Во-вторых, конечно же, очень велика интенсивность дорожного движения и велика, соответственно, плотность населения.
Поэтому, конечно, эти дороги разрушаются наиболее активным образом. И в связи с этим, конечно, естественно, и ремонтировать их надо, так сказать, более... То есть это не потому, что одинцовцы чаще на добродел жалуются? Ну, как сказать, дело в том, что план ремонта формируется, кроме всего, в том числе и с учетом обращений граждан, и с учетом голосования на портале «Добродел», который, по сути, тоже обращение граждан. Конечно, это учитывается. И, естественно, там, где выше активность граждан, там и, так сказать, больше внимания обращается. Спасибо. 8-495-508-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Лидия Михайловна. Лидия Михайловна, задавайте ваш вопрос. Да, я вот хотела сказать, что я живу в улице Говорова, дом 30. И интересует такой вопрос, когда у нас все-таки будет ремонт улицы Говорова, потому что вот Можайское шоссе начали ремонтировать, все замечательно, очень долго мы этого ждали, спасибо. А вот за улицу Говорова мы, кстати, в Доброделе тоже голосовали, и вот очень ждем ремонта. Спасибо, Лидия Михайловна, за ваш вопрос. Когда улицу Говорова будем в порядок приводить? Ну, тут я, к счастью, могу ответить, что это тоже запланировано на этот год в рамках как раз вот этой так называемой второй волны субсидий. Действительно, улица Говорова от Чикина до Можайского шоссе, вот этот участок у нас запланирован в ремонт в этом году. То же самое, полная смена верхнего слоя покрытия. Там действительно существенное очень разрушение, ямочный ремонт, так сказать, мы каждый год там делаем, и это, естественно, не очень помогает, но в этом году мы этот вопрос решим. Ну, зато, наверное, не будет пробок, как раз Можайское шоссе будет завершено, можно будет спокойно проехать там, а улицу Горова ремонтировать. Ну, может быть, да, фактически это альтернативный маршрут, будем так говорить, хотя надо сказать, что на Можайском шоссе у нас работы в основном проводятся в то время суток, когда интенсивность дорожного движения наиболее низкая, поэтому я не думаю, что очень большие неудобства гражданам это доставляет. Ну и кроме того, вот, так сказать, и социальные сети это говорят об этом, мы смотрим, и я не видел какого-то вала жалоб на ремонт Можайского шоссе, что какое-то очень сильное неудобство. Не говоря о том, что в качестве обращения вообще ни одного обращения не видел официального, я имею в виду там с помощью электронной почты или еще как-то, ни одного обращения не было вообще на эту тему. А вообще какие-то трудности во время ремонта дорог возникали? Ну, на самом деле трудностей, конечно, много. Ведь дело в том, что у нас Можайское шоссе, понятно, оно широкое, там дорога, все понятно. Но у нас много автомобильных дорог, которые расположены в поселении, где стесненные условия. И, например, дорожка узенькая, где там две машины там с трудом разъедутся. И когда там встает асфальтоукладчик, то понятно, что люди, когда там, которые проживают, для них это определенные проблемы. У нас, значит, вплоть до того, что доходило, что подрядчик специальную машину держал, условно говоря, за асфальтоукладчиком, чтобы люди, как-то доехав до него, проходили в машину подрядчика и их везли, так сказать, уже непосредственно там, к месту, где они проживают. Транспорт такой был, да, организован. Да, будем такой шаттл там какой-то там местный, да. То есть, ну, на самом деле проблем хватает, в том числе и припаркованный транспорт у нас, так сказать, доставляет определенную проблематику. Ну, естественно, и хотя и оповещаем, и, значит, объявления вешаем, и в интернете объявления даем, и все. Ну, не все, так сказать, ну, может, по разным причинам. Не всем нужны хорошие дороги, видимо. Ну, не все могут, может быть, кто-то уехал или еще что-то, есть какие-то проблемы. Тогда, конечно, не то чтобы эвакуируем, а, ну, будем так говорить, переставляем, да, потому что люди, если стоят, не нарушая правила дорожного движения, то, в общем-то, нет оснований для того, чтобы применять какие-то санкции, да, ну и работать надо. Поэтому, ну, фактически переставляем просто с помощью эвакуатора также там куда-то, ну, рядом. 8-495-508-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло. К сожалению, звонок, сорвался. Да. Я предлагаю сейчас поподробнее поговорить о ремонте Можайского шоссе. Но перед тем, как я вам задам свой вопрос, давайте посмотрим сюжет.
В Одинцово продолжается ремонт дорог местного значения в рамках губернаторской программы. В ночь с четверга на пятницу дорожные службы приступили к замене дорожного полотна на 26-м километре Можайского шоссе. Здесь задействовано порядка 20 единиц специализированной техники и 30 человек. Комплекс работ включает в себя частичную замену бортового камня и полную замену верхнего слоя покрытия. В полном объеме ремонт на этом участке будет завершен до 1 сентября. Все работы будут проводиться преимущественно в ночное время суток, чтобы не затруднять движение автотранспорта. Работы ведутся, конечно, круглосуточно, но в основном, конечно, видимо, они будут вестись во время, когда не будет у нас движения активного, то есть это, ну, может быть, ночное время, или раннее утреннее, или позднее вечернее, с тем, чтобы как можно меньше затруднений движения создавать, ну и, так сказать, чтобы работы не мешали гражданам, а граждане не мешали работам. Замена дорожного полотна включает в себя снятие фрезой верхнего слоя покрытия. Его глубина достигает 5 сантиметров. Асфальт превращается в крошку, а уже после выполняется выравнивание асфальтобетона. Это необходимо для ликвидации колейности и ямочности. Затем специализированная техника приступает к завершающему этапу укладки покрытия и уплотнению. В настоящее время идет подготовка, и, значит, дорожники приступят к фрезерованию дорожного покрытия, за которым, собственно, и впоследствии и укладка, собственно, асфальтобетонной смеси. Ну, как мы видим, погода у нас дождливая. Значит, пока будет вестись только фрезерование. При наступлении благоприятных погодных условий тогда будет уже уложен выравнивающий слой и верхний слой покрытия, соответственно, уже окончательный. На данный момент дорожные службы фрезеруют слой асфальтового покрытия, после чего приступят к замене полотна. Всего в порядок планируется привести 3,4 километра трассы общей площадью 78 тысяч квадратных метров. В прямом эфире телекомпании «Одинцово» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о ремонте дорог в Одинцовском районе. Телефон прямого эфира 8 495 508 86 84. Сергей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, поподробнее о той технологии, по которой ремонтируется Можайское шоссе, насколько она долговечна, и дождь, который шел во время начальных работ, не приведет ли к, ну, скажем так, укорочению срока годности? Ну, технология не представляет из себя ничего, значит, нового. Это отработаны уже годами механизмы. Применяются они на всех, по существу, дорогах в Российской Федерации. Как вот только что мы видели, значит, в интервью, по существу там уже было все сказано. Действительно, происходит снятие верхнего слоя покрытия путем фрезерования. Значит, после этого укладывается выравнивающий слой асфальтобетона. Ну и уже сверху, значит, естественно, укладывается уже слой покрытия. Ну, что касается непосредственно вот этого фрагмента, который мы видели, то фрезерование, на самом деле, дождик – это даже хорошо, потому что это дополнительное охлаждение для рабочего органа фрезы. Вот. Ну, а асфальтобетон, у нас и погода, к счастью, в этом году нам помогает. Мы укладываем, естественно, только в сухую погоду, сухое, значит, подготовленное покрытие. Поэтому с качеством, естественно, никаких проблем не будет. Ну, вот, кроме того, надо сказать, что, значит, гарантийный срок у нас эксплуатации установлен. Это 2 года с момента приемки работ. Кроме того, естественно, качество устройства, качество выполнения работ контролируется. Контролируется непрерывно по существу, то есть во время укладки измеряется температура асфальтобетонной смеси как и в прибывающих грузовых автомобилях, так и во время укладки меряется температура. Значит, идет контроль за технологией собственного производства работ, потом проверяются и уклоны, и ровность, и потом делаются отборы, соответственно, кернов, собственно, покрытия, да, и в лабораторных условиях исследуются уже физико-механические показатели, значит, асфальтобетона, там, коэффициент уплотнения, водонасыщение, толщина слоя и так далее. Вот, поэтому никаких сомнений в качестве работы, ну, лично у меня нет. Ну и кроме того, надо сказать, что сейчас уже в настоящее время, уже 2-й год, по сути, у нас, будем так говорить, двойной контроль осуществляется.
Значит, кроме того, что я сказал, у нас еще действует система так называемой СКПДИ. Это система контроля и планирования в сфере дорожной деятельности в Московской области. Значит, система эта, ее эксплуатация осуществляется Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Она подразумевает в себе значит, обязанность подрядчика в процессе проведения работ осуществлять фото- и видеосъемку работ буквально прям каждый день, что делает, как делает, подтверждает и заносит соответствующие объемы в систему. И эти сведения хранятся, так сказать, кроме того, что мы контролируем, контролирует еще, так сказать, вот эта система. Эти сведения хранятся как на бумажных носителях у нас в виде там исполнительной документации, фотоотчетов, но и в этой системе тоже сохраняются эти сведения, которые можно в любой момент посмотреть, каждый участок, что кто делал, так сказать, никаких проблем нет. Насколько эта система эффективна? Действительно ли удается с ее помощью еще тщательнее следить за качеством ремонта? Ну, на самом деле, тщательно, не тщательно, тут трудно сказать. Ведь же до того, как эта система начала, так сказать, эксплуатироваться в прошлом году, скажем, до этого же не один год асфальтобетон укладывался, и, в общем-то, и... Хуже не было. Качество, требования к качеству, они по существу не изменились, да, и качество контролировалось, поэтому нельзя сказать, что вот до внедрения этой системы все это дело, все было некачественно, а сейчас все качественно. Это, конечно, не так, но эта система, конечно, безусловно, дополнительно дисциплинирует подрядчика. Естественно, в ней используется, если раньше это не так было широко распространено, как и фотофиксация, видеофиксация. Это, в общем-то, не так давно у нас стало возможным. Да? Мы же понимаем, что у нас и, так сказать, мобильный телефон не так давно появились, потому что, собственно, эта система и работает как некий программно-аппаратный комплекс, потому что устанавливается специальное приложение на смартфон, и с помощью него уже, собственно, происходит вся фиксация, и через сеть интернет уже автоматически передается там на сервер вся информация полученная. Поэтому эта система просто по существу дополнительный контроль, который, конечно, никогда не помешает. Ну и возможность впоследствии при возникновении тех или иных вопросов, каких-то или спорных моментов, всегда можно посмотреть. Это как, есть, так сказать, объективные данные. Да, как повтор в футболе, будем так говорить. Да? То есть всегда можно посмотреть и понять, кто прав, кто нет. 8-495-508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. К сожалению, что-то у нас со связью происходит. Перезвоните, пожалуйста. Я думаю, что сейчас все будет хорошо. А я пока продолжу, Сергей Вячеславович, задавать свои вопросы. На какой стадии сейчас находится ремонт на Можайском шоссе? Работы уже завершены или еще ведутся? Ну, значит, в принципе, у нас запланирован ремонт Можайского шоссе участка от улицы Говора до 26-го километра, то есть до Отрадного, до развязки. Да, в настоящее время у нас часть Можайского шоссе уже асфальтобетон у нас уложен, это улица Вокзальная до 26-го километра. И у нас еще, значит, остался еще один участок как раз от Говорова до улицы Вокзальной. Значит, ну, это приличная площадь, там больше там, 50 тысяч квадратных метров, около 2 километров протяженность. Буквально с завтрашнего дня планируется как раз начать там фрезерование. Вот эти несколько дней, значит, происходила замена локального бортового камня в местах, где он был разрушен. А с завтрашнего дня планируется начать уже фрезерование, ну и, естественно, укладку асфальтобетона. Поэтому, ну, план, так сказать, план мы не меняем. До 1 сентября у нас должен быть в полном объеме завершен ремонт, включая, естественно, разметку и так далее. Вот, собственно, мой следующий вопрос вы несколько предугадали. Разметка появится к 1 сентября. Когда начнете работу по нанесению? Ну, как, 1 сентября разметка появится на всем протяжении. Да? А если мы говорим про тот участок, который сейчас уже асфальтобетон уложен, то разметку планируется начать наносить на следующей неделе. Но поскольку в основном эта работа будет вестись механизированным способом, поэтому сроки там не такие большие нанесения. Тут надо сказать, что дело в том, что после непосредственно укладки верхнего слоя на поверхности образуется битумная пленка, и которая, так сказать, убирается, по сути, временем и движением автотранспорта.
Поэтому нанесение разметки сразу после укладки по технологии не допускается, потому что эксплуатационные характеристики будут отличаться от тех, которые требуются. Поэтому должно пройти какое-то время для того, чтобы эта битумная пленка, значит, исчезла, для того, чтобы потом наносить уже разметку, чтобы она качественно держалась уже, так сказать, так, как надо. А сколько она должна держаться? Ну, на разметку у нас гарантия год, потому что разметка наносится весной термопластиком. Уже по-новому, наверное, нет, почему весной? Год, это сейчас мы, если примем работу, условно говоря, там даже в августе, то, значит, до следующего августа, если будет, так сказать, она где-то... И обновление не потребует после схода снега. Ну, так сказать, это гарантия. Поэтому если где-то что-то потребует обновления, значит, подрядчик выйдет и обновит ее. Уже, собственно, за свои. Ну, естественно, денежки. Конечно, это не будет дополнительно оплачиваться. 8-495-508-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы слушаете? Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, это где пенсионный отдел? Есть проулок, школа 11 и школа 7. Угу. Вот это проулок. Делали 2 месяца тому назад заплатки на дороге. Это, если посмотреть, это смешно даже смотреть. А пешеходная дорога, 2 метра у нас прямо в зимнее время со снегом экскаватор как забрал, трактор вот это выбросил, и нету дороги. Люди переходят через, где дорога общая, а потом только идут. Хоть один раз кто-то пришел, посмотрел, как сделали работу, а ведь деньги получили. Это вы имеете в виду дорожку, которая идет мимо 7-й и 11-й школы? И дома 11, 25, 27. Вот посмотрели бы, хоть бы один человек пришел, посмотрел работу, принял, как она прошла. А мы сейчас все спросим. Ну, я так понимаю, что это внутриквартальный проезд какой-то. Я, да, так понимаю, что да. Ну, внутриквартальными проездами занимается непосредственно жилищно-коммунальное хозяйство, будем так говорить, да, я отвечаю за дороги общего пользования. Не могу сказать, не знаю, как осуществляется, значит, у них ямочный ремонт. Как я так понимаю, что сейчас речь идет о ямочном ремонте, да? Я так поняла, вот, да. Хотя там тоже присутствовал какой-то экскаватор еще в зимнее время, но тем не менее, значит. Ну, я могу только рассказать, как у нас, значит, осуществляется ямочный ремонт. Давайте расскажем. Да. Может быть, сейчас телезритель поймет, как это должно было выглядеть. Значит, ну, во-первых, хочу отметить, что у нас действительно тоже второй год уже, и при проведении ямочного ремонта тоже используется эта так называемая система КПДИ, о котором мы говорили, примерно таким же образом. Ну, надо сказать как, что в первую очередь сначала дефектуется автомобильная дорога, то есть определяется заказчиком, то есть мной, будем так говорить, да, моим учреждением, совместно с подрядчиком выявляются, собственно, те дефекты, которые необходимо устранить, так называемые ямы. Значит, раньше это было, так сказать, просто путем обследования, ножками, условно говоря, прошли и составили акт. Да? Сейчас, кроме этого, в дополнении, значит, с помощью системы этой СКПДИ осуществляется фотофиксация с привязкой, значит, к координатам, GPS-координатам. Впоследствии выдается задание, значит, с помощью этой программы подрядчику. Подрядчик выходит, делает работу. Процесс тоже фотографирует результат. После этого совместно с заказчиком, то есть с нами, то же самое выходит. Производятся контрольные обмеры, составляется исполнительная документация, и после этого только работы, значит, принимаются и оплачиваются. Поэтому, ну, очевидно, когда заказчик принимает работу, то он в любом случае должен проверить и прийти и посмотреть, ну, так скажем, не говоря о том, что провести обмер там и так далее. Поэтому, ну, я не знаю. Если здесь что-то не так, куда жаловаться? На тот же добродел и в городскую администрацию? Ну, конечно, у нас же есть система добродел, и достаточно направить туда свое обращение, и там же модераторы определят, к чьей зоне ответственности относится та или иная дорога или что-то, и, соответственно, уже сами определят, распределят тем людям, которые непосредственно за это отвечают, и кто даст ответ на поставленный вопрос. 8-495-508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Владимир Николаевич, вы меня слышите? Слышим вас, Владимир Николаевич. Задавайте ваш вопрос. Задаю.
улица Садовая, автобусная остановка, магазин «Север». В 5 метрах от остановки находится люк ливневой канализации. Отсутствует решетка. Кто-то из водителей заботливо положил старую покрышку, чтобы не въехал кто-нибудь. А на улице уже сегодня начало темнеть, даже уже стемнело. Как бы устранить это дело? Спасибо, Владимир Николаевич, за сигнал. Сергей Вячеславович, к вам вопрос. Вопрос, в общем, ко мне. Ситуация в следующем. Надо сказать, что в последнее время, ну, наверное, месяц, там, может быть, два, по всему Одинцовскому району просто повальное совершенно. Вот именно воруют люки, решетки ливневой канализации. Если я спросить, их сдают куда-то? Ну, я, поскольку их сам, естественно, не ворую, я могу только, так сказать, предположить. Наверное, их сдают в металлолом. Ну, я так думаю, да? Потому что, ну, очевидно, больше где их использовать, непонятно. Повальные совершенно, как и на региональных дорогах, на федеральных, и на местных то же самое, постоянные. На той же Садовой улице уже буквально их воровали, там своровали все решетки, я не знаю, недели, наверное, 3 назад все решетки своровали, значит, все решетки были обратно восстановлены. Соответствующие обращения в полицию тоже направляются. Значит, у нас в соответствии с законом, это ливневая канализация, о ней, соответственно, должен заботиться собственник этой канализации. У нас это городское поселение Денцово, есть МБУ городское хозяйство, на балансе которой эта ливневая канализация находится. Собственно, они осуществляют ее эксплуатацию и замену этих решеток. Мы при выявлении, и совершенно, значит, сейчас мы тоже этот сигнал, если еще неизвестно, сейчас мы сообщим. Значит, при выявлении такого рода случаев, естественно, мы сразу же информируем балансодержателя с тем, чтобы по возможности быстрее он восстановил, так сказать, и эту решетку установил. Но это вот действительно просто беда какая-то в последнее время. Ну, может быть, все-таки воришкам станет стыдно. Уж мне кажется, лучше на работу устроиться, чем канализационный люк своровать. Все попроще будет, чем вот это вот утащить, не знаю, каким образом. Не знаю. Тяжеленные решетки, непонятно. Пока никого не поймали. Ну, будем надеяться, что все-таки полиция наша доблестная кого-нибудь да поймает, а может быть, и с поличным. А мы с вами сегодня неоднократно говорили о том, что приемка, работа должна осуществляться. Каким образом? Это на глаз делается? Или какой-то итоговый результат по вот тому контролю качества, который очень сложный, многоступенчатый, вы о нем рассказывали? Нет, ну, разумеется. Собственно, при контроле качества используются специальные приборы. Ну, например, температура асфальтобетонной смеси невозможно померить без соответствующего прибора, да, поэтому соответствующий прибор используется. Ровность или уклон тоже невозможно померить на глаз, там, да, то есть используется соответствующий измерительный инструмент, рейка 3-метровая. Вот. Значит, для того, чтобы исследовать механические свойства покрытия асфальтобетонного, тоже, значит, требуется керноотборник, который непосредственно керн этот отберет. Потом он транспортируется в лабораторию, и уже в лабораторных условиях с использованием специального оборудования, конечно, проводятся эти исследования. Поэтому, естественно, на глаз, на вкус, на цвет это, так сказать, невозможно определить. Естественно, инструментальный контроль осуществляется, без него это невозможно сделать. А кто принимает участие в приемке? Сотрудники вашего управления? Ну, в настоящее время очень много, так сказать, различных у нас организаций принимают участие в приемке. Это и наши работники, это и технический надзор, экспертная организация, это и экспертная организация ГУП «Лабрадор», такой есть в Московской области, которая тоже контролирует этот процесс. И плюс к этому еще администрация поселения соответствующего тоже, она тоже приглашается на приемку с тем, чтобы при, так сказать, наличии высказать свои замечания, предложения и так далее. Ну, вот на вашей практике подрядчики, которые работают на одинцовских дорогах, ну, скажем так, грубо попадали на гарантийный ремонт? Или все делают качественно сразу с первого раза? Ну, надо сказать, да. У нас вот за те годы работы, которые наше учреждение существует, оно существует с конца 2015 года, у нас было три гарантийных случая, когда подрядчики выходили и
по гарантии, значит, восстанавливали асфальтобетонное покрытие. В принципе, за 2 с небольшим года это, в общем-то, очень... На самом деле, это очень немного. Учитывая те объемы, которые мы выполнили ремонт за это время, это, конечно, я считаю, очень немного. И, на самом деле, повреждения были не там какие-то суперкардинальные, там где-то трещина была, там еще что-то. Ну, то есть, в общем-то, ничего такого сногсшибательного. Криминального не было. Сергей Вячеславович, сейчас идет плановая работа. Вы, наверное, определяете фронт работ на следующий год. Идет голосование на портале «Добродел», правильно? Каким образом? Почти правильно. Вот, голосование, расскажите, как правильно. Да, голосование завершилось на портале уже «Добродел», да, 31 июля, значит, в голосовании участвовали все дороги местного значения Одинцовского района, это 726 дорог. В общей сложности люди проголосовали по 207, по-моему, или 209 дорог. Ну, я сейчас говорю про все, которые хоть один голос получили, так скажем, да. Значит, сейчас, конечно, этот объем информации обрабатывается, анализируется. В принципе, планирование осуществляется ремонт на следующий год по нескольким, так сказать, показателям. Ну, во-первых, это обследование дорог как работниками нашего учреждения, так и подрядными организациями, которые содержанием дорог занимаются, да, и непосредственно каждый день видят. Значит, плюс к этому у нас предложение администрации поселений, которые в том числе аккумулируют мнение большой группы граждан, которые к ним обращаются. Значит, обращение на портал «Добродел», обращение непосредственно в учреждение, в администрации, ну и, значит, конечно, голосование на портале «Добродел». Вот это весь объем информации сейчас обрабатывается, формируется, дефектуется, составляются сметы. Ну и, соответственно, значит, все это будет сопоставлено с возможностями бюджета. Ну, потому субсидию что, от области рассчитываем. Естественно, будем запрашивать субсидию от области, пока ее размер, ну, понятно, еще неизвестен, потому что формирование бюджета идет не только, так сказать, местного, но и областного. Он только начался в августе месяце. Ну, вот, очевидно, это уже ближе к Новому году станет понятно. Но, тем не менее, будет сейчас определен объем желаемого. Ну, и как результат уже будет объем возможного, потому что, ну, как всегда, хочется сделать больше, но денег на все не хватает, поэтому надо приходится, да, подходить. Какие-то приоритеты определять и действовать таким образом. Сергей Вячеславович, спасибо, что ответили сегодня на мои вопросы, на вопросы наших телезрителей. Ждем с нетерпением, когда одинцовские дороги станут гладкими, ровными, и, возможно, интернет, наши социальные сети станут немножечко добрее. Да. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ.